Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на вот такой вот журнал «Окей» с Кристиной Агилерой на обложке. Ну, как сказать, здесь вот обложку она делит с Моникой Беллуччи и Доминика Дольче и Стефана Габбана. Но на самом деле, даже тут она такая маленькая, но здесь есть статейка про нее. И, кстати говоря, еще про Бритни будет маленькая такая, не очень хорошая статья, естественно говоря. Ну, посмотрим. Это 24 июня 2010 года. Мы помним, что в это время Кристина выпускала свой альбом «Байоник». И, кстати говоря, здесь вот сразу вот есть такая картиночка с «Байоником». И напишите, нравится вам этот альбом или нет. Но мне нравится эта эра, естественно, альбом. Он один из любимейших моих в творчестве Кристины. Мне очень нравится клип «Not Myself Tonight». Мне вообще нравятся клипы, где много переодеваний. Вот так вот прямо... супер-пупер, но на нем не заслуженно мало просмотров, так что давайте добавим ему просмотров, ну. И это прям бионик-бионик, это прям вот фотосессия. Агилере исполнилось 30 лет, и вот она решила так зажечь, но мы знаем, что во время бионика она еще бурлеск снимала, и все внимание, мне кажется, ушло на бурлеск, нежели на бионик. Ну, там немножко не зашло, но, как по мне, так все зашло. Вот это вот отрывок из клипа «Not Myself Tonight». Я думаю, может быть, сейчас вот я вас прям сподвигла посмотреть этот клип еще раз или первый раз, если вы не смотрели. И вот это вот фотосессия. Ну, там прям супер фотосессия. Я очень советую посмотреть. Там дофигища фоток. В альбоме просто обалденный буклет. Вот видите, здесь уже в продаже альбом. Вот, скачать бесплатную песню Кристины Агилеры на сайте «Окей» можно было. Ну, как-то так, и давайте до Бритни дойдем. Что там у нас с Бритни? Она у нас в самом конце, и Бритни здесь со своим папочкой. Ну, на самом деле, ненавистна тем, что как бы мы-то знаем теперь, что происходило с Бритни. Это уже 10-й год, то есть она уже как бы 2 года под опекой, и вот, к сожалению, это не конец. Как-то так. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Это такое, знаете, такие возвращения, такая ностальгия. Это уже прошло, знаете, уже, 11 лет прошло, да, может, уже и 12 будет. Так что пишите свое мнение. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.